победил в спартакиаде медиков Донецкой области. Разборки на дороге со стрельбой. В Донецке мотоциклисты, похоже, не поделили проезжую часть с автолюбителем. В ход пошло оружие. Байкеры четырежды выстрелили в мужчину из травматика. И, как говорят очевидцы, ударили молотком. Подробнее о стрельбе в утренний час пик расскажет Максим Савченко. Около полудня на светофоре у больницы Калинина остановилась «Лада» и дорогой байк. По рассказам очевидцев, мотоциклисты бросились к машине, разбили стекло молотком и расстреляли водителя. Потом нападавшие бросили мотоцикл и скрылись, оставив автолюбителя истекать кровью. Смотрю, а он весь в крови и держится вот так рукой за челюсть, ну, за подбородок. Лежит рядом мотоцикл. В мотоцикле нет ни номеров, ничего. Оказывается, эти ребята двое были, разбили стекло, и пневматика лежал этот пистолет. По предварительной версии милиции, мотоциклисты стреляли из травматического пистолета. Сейчас водитель в больнице, его жизни ничего не угрожает, но одна пуля застряла в шее. Больной поступил в состоянии средней степени тяжести. Ранение очень похоже на огнестрельное ранение из травматического оружия. Три в области грудной клетки, одно в области шеи и в области головы. Милиция ищет нападавших. Также до сих пор неизвестны их мотивы. По одной из версий, мотоциклисты и автомобилист не поделили дорогу. Максим Савченко, Евгений Якунин, телеканал «Донбасс».